У нас страсти накаляются. Россия вырывается вперед! What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Принимать домашнее задание. У нас сегодня третий день. Да? Да. Ребят, ну а пока наши участники выкладывают и готовятся к проверке домашнего задания, вы пишите, давайте комментарии, поддержите их, потому что кто-то из них уже прям хочет первое место получить, выиграть наконец, вырвать победу. Вы поддержите их, может быть, им будет приятно, а мы в прямом эфире, возможно, завтра озвучим вас и скажем, что там, не знаю, Андрей из Нижневартовска передает привет Кристине или кому-нибудь еще, а может, у нее сейчас муж смотрит, и как скажет, я этому Андрею сейчас. Вот, поэтому пишите в комментариях, поддержите участников, им будет очень приятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нифига себе, какие молодцы. Че, прям, типа ты ни разу не ошибалась? Да. А где у тебя фломастером нарисованные линии? А, нифига себе, ты типа ручечкой чертила. Хитрые они там. Прям огонь прям. Двадцатка. Это кто? Это я. Кто я? Кто я? Я. А, то есть она сначала, короче, зефирки все навернет. А потом такая, или зефирки справа, бумажки слева, она такая, опа, тик-тик-тик-тик-тик. Ну так вчера и было, зефирки. Как говорится, по тихой грусти. Да. Слушай, так, окей. Она как этот, как салат в ресторане, понял? Из баночки раз, она такая в форме квадратики. Все, доставка. Корейская морковка. Слушай, ну да, видишь, как тоже хорошо. Ну что, ребят, давайте. Карин, кому дадим первое место? Ирине. Ну и что, мы вот так будем все время, каждый день будем домашнее задание. Ирине отдавать. Ирине отдавать. Давайте мне отдадим. Для... Все согласны, что десятку мы отдадим опять, да, Ирине? Да. Да. Но мы сейчас, прежде чем ее отдать, попросим Ирину взять бумажечку, ножнички и показать, как она это делает нашим участникам, нашим зрителям точнее. Потому что, да, потому что они скажут, да не может быть, как же так? Сейчас мы будем проверять честность участников. Качество работы. Ёжичек. А, точно, видимо, рука должна подниматься. А я стою, просто жду сейчас это. Я же на нее еще что посматриваю. Походу, домашнее задание выполнялось именно так. А? Нет, нет, я правда. Все в этом двери испачкала. А где полосочка? Это попахивает дисквалификацией. Допингом. Да.
Блин, опять. Камера, глянь на. Да ее на себе знать. Они как радуются, а? Там надо их лица просто видеть, они... Сейчас мы так же будем, наверное. Домашнее задание у нас заключалось в том, чтобы мы... Нас не проведешь. Ай, танцуйте. Кому-то сейчас десяточка достанется. Но, наверное, по качеству все-таки вот так получше. Давайте сейчас посмотрим, как это выполняла Любовь. А можно без камеры, а? Я не смогу с камерой, правда. Можно без камеры, конечно. Десяточка, у нас страсти накаляются. Россия вырывается вперед! Чтобы было проще, давайте сейчас уберем сразу 2-3 отсюда, кто точно вылетает. Сделайте это вы. Какая она это шустрая, прям быстро принимает как решение. Смотри, нахрен убьет вас сюда. Это твоя, да? Или моя, ты, может, конкурента это... убрала так? Наверное, это моя выходит. Да там применить. А я вот хочу отметить, ребят, знаете, вот реально Карину хочу отметить, потому что, смотрите, она реально делала это домашнее задание по полосочкам, она делала его... Есть прям, смотрите, есть очень хороший результат. Вот. Да, она у нас сейчас не вырвалась вперед, но она уже очень близко. Вот. Может быть, будет за нее очень много голосовать. Сейчас могут писать и говорить, ну поставьте ей что-нибудь, мы возьмем, да как поставим. Молодец. У нас у Лили будет прозвище Зефирка. Так, за Зефирку сколько? 3? Кто же за Зефирку? Кто еще? Зефирка. А, уже все. Зефирка. Зефирка победила с результатом 5-3. Вот у нас. Сегодня Зефирка получает девяточку. Так. Лилия. О, первая девятка. Первая оценочка у нас. Запомните этот момент. Может быть, это будет решающим для того, чтобы вы получили приз. Так. Ну и у нас что, тогда бесспорно, потому что эти мы даже как-то и вообще и убрали из вида, да, то есть здесь у нас получается восьмерка. Кто это? Я. Так вот, правильно всем. Так. Вот так. По жизни, говорит, восьмая, бесконечность, хорошая. Ну а кто у нас голосовал за Ирину и поддерживает Ирину из Германии, пишите, потому что она старалась, она работала. Может быть, чуть-чуть она недопоняла домашнее задание. У нас еще сегодня будет домашнее задание. Она завтра, наверное, справится и сделает его четко, да? Да. Расстроена, но ничего. Так, поехали дальше.
показала. Так, ну, у нас явным лидером прям так вырисовывается это Гюзель относительно этой работы. То есть, если мы сейчас берем по оценкам, то у нас 8 из 8 по виду с лица, зона интерьера, 6 из 8 с профиля и 7 из 8 затылочная зона. Явная десяточка такая. Явная десяточка Гюзель. Сегодня работа реально видна и работа мне нравится. Второе место у нас сегодня занимает по домашнему заданию по укладке Любовь. Да. Явные лидеры, да, такие начинаются у нас вырисовываться. У нас сегодня очень хорошо проявилась, между прочим, Карина. Прям вообще шикарно. Таким образом, Карина вырывает у нас сегодня восьмерочку у Лили. Восьмерочку Карина у нас получает. Карина 8. А если проанализировать происходящее сегодня, посмотрите, как, допустим, Карина сработала с зоны с лица. То, как смотрит на себя клиент. Но она хорошо отстрелялась с профиля, то есть по форме условно. Но очень сильно уступила на зоне затылочной. Вот, то есть это говорит о том, что насколько важно свою работу просмотреть не только в зеркало, а вообще. Если бы, допустим, второе место у нас заняла Любовь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да, на 3 балла всего лишь она обогнала. Если бы затылочную зону немножечко прижала, немножечко расширила и сделала более ровнее окантовочную линию внизу, могла бы быть на втором месте. Вот, если теперь сейчас проговорить, мы проговорим только тех, кто мог прям вот, да, выскочить. И если сейчас проговорить про Лилию, то у нас получается, Лилия взяла троечку, ну достаточно стабильно прямо она прошла, она взяла троечку у нас по с лица, троечку с профиля и троечку с затылка. Троечница. Троечница, да. Хотя, в общем, как бы работа выполнена абсолютно неплохо. То есть достаточно хорошо выполнена работа. И самое главное, что в ней есть над чем дальше работать, персонализировать, нет каких-то застриженных моментов. И, в принципе, основным недостатком это работа фена. То есть доказательство этого, залом вот этот, залом вот здесь, провал вот тут. Явные следы брашинга по периметру, то есть в определенных местах и между ними провалы и так далее. Все это влечет за собой вот общий вот такой результат. То есть, если его сейчас пересушить, он будет на первое место легко. Вот. Но вот народное жюри решило так. Я бы честно поставил вам восьмерку сейчас, но еще программа вся впереди. Вы еще не утонули, поэтому давать вам руку помощи еще рано. Вот. Поэтому давайте, ребят, сейчас смоем и двигаемся дальше.
Любовь получает 9, а Светлана получает тоже 9. 9. И Светлана поставим 9 чуть-чуть вот сюда. Лилия, 8.